Ну, это не самый простой вид спорта. Он все-таки требует подготовки, больших знаний правил. Там правил гораздо больше, чем в том же футболе. И доступность в какой-то момент, она... Ну, в Советском Союзе регби был более-менее развит. Потом уже, в постсоветский период, это в основном футбол, хоккей подъемный, а регби как-то остался на задворках. Может, из-за отсутствия финансирования того же. Вот поэтому... Часто путают его с тем же американским футболом, кто-то обзывает бейсболом. Вот. Но чаще люди, да, уже говорят, а, регби, да, помню, там, даже Новую Зеландию вспоминают. То есть какой-то интересный, хотя бы узнаваемость у людей регби растет сейчас. Есть регби классическая, 15. По тем же правилам играется регби 7, просто усеченным составом и усеченным временем. То есть турнир по регби 7 мы можем привести за 2 дня. Правила те же. На песке они гораздо упрощеннее, там нет игры на земле. Вот эти раки-молы, которые называются вбросов в аут, вводы мяча в схватку, которые можете видеть. Этого нет, игра идет всего 2 тайма по 5 минут, она должна быть максимально ускорена. Поэтому просто розыгрыш свободно, ну и побежал. Она больше, более подвижная, больше чаще пасуемся, рискуем какие-то нестандартные пасы отдавать. То есть она как посвободнее будет. Замены бесконечные, как в хоккее. Грамотная замена тоже один из залогов побед. В регби 15 работы различаются у игроков на поле по боли. У кого-то больше силовая, у кого-то она беговая, наоборот, техничная. Здесь регби в основном техничный, здесь такие громилы не всегда нужны. 1-2 на команду, так, чтобы он на себя защитников собирал. Вот. Здесь, ну, прежде всего, нужно в регби желание играть. Вот. Остальное уже прикладывается. Да, нужна какая-то скорость, силу иметь, подвижность. В пляжном регби сложно сказать, какой он план, мы все там перемещаемся. Я нападающий третьей линии, то есть так из легких нападающих. Вот. Ну вот, когда 8 на 8 встают, схватку толкаются, если видели. Первая линия – это самые крупные, самые сильные. Высокие, мощные игроки – вторая линия. И уже третья линия нападающих она замыкает. Они должны быть более подвижные, половчее, чем остальные нападающие. И полегче, соответственно. У меня в школе была секция, вот она была бесплатная, я пошел и записался, и все, и понеслось потом. Сборы, чемпионаты, сборные, профессиональный клуб попал ненадолго, на 3 сезона. Вот так и потом уже это стало такой частью жизни, с которой я оставаться не хочу. Если вы уже взрослый человек, то в Москве есть 23 регбийные команды любительские. 15 из которых вас с удовольствием примут. Любых физических кондиций, возрастов набирает, ну, любительской команды. Если отдать ребенка в секцию, то несколько штук школ по Москве есть, и так и дюшей. Сейчас ЦСКА активно развивает регби по школам, то есть они ходят по общеобразовательным учреждениям, квалифицируют педагогов физической культуры, нанимают тренеров, то есть в каких-то районах уже можно в обычной школе заниматься регби, можно на секцию прийти. У нас уже принцип, что занятия в секции были бесплатные. Рутина, конечно, есть, нужно же и технические моменты нарабатывать, и силовую работу проводить, но по сравнению с другими видами спорта, здесь должно быть сочетание и силовой, и беговой работы. Как правило, да, стараются уже в последнее время комплексы упражнений в зале тренажерных для регбистов подбирать. Вплоть до того, что из кроссфита какие-то прям игровые движения отрабатываются отяжелениями. Вот. А так, в межсезонную подготовку можно стандартно какое-то время занимаемся тяжелой атлетикой, какое-то время легкой атлетикой можем заниматься. Да, поначалу бывает страшновато, когда там какой-то здоровяк бежит, но до первого контакта все это потом проходит, потом уже адреналин, желание играть, и ты ни синяков себе не ощущаешь, ни боли никакой там не чувствуешь. Играешь, бегаешь. Я думаю, организация крутая, потому что единственный снег в Москве – это здесь у нас на стадионе. Это вообще здорово для организаторов. Мы до последнего не верили, мы тренировали здесь вот на этой резинке. Думаю, что будет со снегом, мы сейчас вышли играть в Норвегии, понимаем, что это покрытие выдержит 2 дня интенсивных игр. А так нас заселили в отличную гостиницу, нас здорово экипировали, вот организаторы делают все, чтобы нам здесь было комфортно, чтобы мы не думали ни о чем, кроме игр. Это
организация просто шикарная, на мой взгляд. Сейчас Кубок мира смотрели, конечно, игра слабовата была, на мой взгляд, дилетантский. Вот. Но видно, что сборная готовилась, видно было желание играть. Было видно, что тренер проделал, тренерский штаб даже, не один тренер, то он проделал работу немалую. Я думаю, если будет продолжаться работа в том же направлении, мы будем видеть прогресс довольно скоро. В 2019 году за чемпионство боролись 8 команд всего. По географии это Московская Слава, подмосковная ВВА Подмосковья. У нас также был Таганрог, Краснодар, две команды с Красноярска и Новокузнецк. Вроде никого не забыл. Ниже идет чемпионат высшей лиги, где уже принимают участие команды из Казани, еще московские команды, из Петербурга, также с Ростова. То есть география немножко пошире. Конечно, есть, да, красноярские и новосибирские команды. А еще ниже это федеральная лига. Это аналог ПФЛ футбольной второй лиги, где она уже разбита на зоны, где география гораздо шире. Мы можем взять, скажем, зону Северо-Запад, где играет и Петербург, Великий Новгород, может быть, Архангельск присоединится. Отдельная зона Северный Кавказ, зона Сибири, центр, Урал, Поволжье. И у них идет финальный турнир осенью, в октябре, желательно, либо это Крым, либо это Сочи, где они выявляют победителей федеральной лиги. Московская «Динамо» в этом году играла там, но мы, к сожалению, нашу зону не выиграли и на финал мы не отправились. Потому что на финал отправляются победители своих зональных первенств. Мы последние 5 лет, ребята-энтузиасты, активно тренируются, играют и побеждают. Мы о себе на всю страну заявили как раз мы на пляжном регби, когда мы стали вторыми на России. И до сих пор являемся одним из лидеров пляжного регби. По классическому мы становились уже чемпионами Москвы, неоднократными призерами. В прошлом году мы сыграли в высшей лиге, планировали двигаться дальше, но, к сожалению, не сложилось, опустились на класс ниже. И в этом году действительно были серьезные проблемы, уже и настроение в коллективе не очень хорошее. И буквально вовремя подоспела новость, что будет ВТБ нам помогать в развитии. То есть они выделяли уже сумму на поддержание, на жизнь команды. И на следующий год у них серьезные планы выиграть высшую лигу, так что мы будем обновлять состав, мы будем регулярно тренироваться, набирать профессиональную команду. Вот. Подытожив, можно сказать, что «Динамо» возвращается в профессиональный спорт со следующего года. Я считаю, что нужно не сдаваться, чтобы в новом году у нас были силы продолжать борьбу, даже неравную, даже там, где мы не сильны. Спортсмены, ничего, они на поле добывают победу. К сожалению, приходится делать это за пределами поля. Я желаю, чтобы и у спортсменов хватило сил, чтобы болельщики в трудной ситуации спортсменов продолжали поддерживать. Вот. И побед, конечно, много. На радость болельщикам и игрокам всем.